Московский метрополитен в рамках празднования 82-летия запустил на кольцевой линии все действующие модели поездов и устроил выставку ретро-вагонов. Парад поездов торжественно открылся в 5 часов 30 минут утра на станции метро Октябрьская кольцевой линии. Сюда поочередно прибывали все типы действующего подвижного состава московского метрополитена. Увидеть их всех в одном месте можно лишь раз в году на параде поездов. В обычное время они курсируют на разных линиях. Московский метрополитен с большим уважением относится к традициям и истории предприятия, которое насчитывает уже 82 года непрерывной работы. Парад поездов и выставка исторических вагонов помогают пассажирам лучше узнать метро и увидеть, как оно менялось сквозь годы, отметил начальник метрополитена Дмитрий Пегов. В этом году в параде поездов приняли участие следующие модели: ЕЖ-3, 81717-714 номерной, 81720.1-721.1 Яуза, 81740-741 Русич, 81760-761 АК и ретро-поезд Сокольники, стилизованный под подвижной состав типа А 1935 года. Особенностью парада в этот раз стал инновационный поезд «Москва», недавно начавший курсировать на Таганско-Краснопресненской линии метро. Также на станции метро «Партизанская» открылась выставка ретро-вагонов московского метрополитена.
На среднем пути представлены 5 исторических вагонов, каждый из которых оставил след в истории метро. В первую очередь это пассажирские вагоны типов Г, Д и Е. Реставраторы в течение нескольких лет до самых мелких деталей восстанавливали их оригинальные салоны.